Тем временем в поселке Мехзавод представители общественного совета помогли решить коммунальную проблему семьи ветерана. Качественно и в сжатые сроки. Николай Козлов расскажет подробнее. Марии Петровне Щеблыкиной 90 лет. Вместе с дочерью живет на 5-м этаже в доме номер 3 7-го квартала поселка Мехзавод. Моя мама с 26-го года, Щеблыкина Мария Петровна. Она у нас как и работала во время войны. Была на железной дороге, строительство железной дороги. Гурьев-Астрахань дорога. Папа, она у нас как вдова участника войны Щеблыкина Александра Митрофановича. Он у нас погиб, конечно, уже в настоящее время, но он участвовал во время войны на японской и германской войне. Недавно в квартире Щеблыкиных начались проблемы с отоплением. По словам специалистов, в подъезде забилась обратка, которая не менялась 47 лет. Жители дома рассказали о своей беде общественному совету микрорайона. Откликнулись. И вот мы одну работу уже провели, это в 3-м подъезде Маркелову Ивана Герасимовича заменили в стояк. А вот сегодня у нас будет работа на начальном, так скажем, этапе по замене части стояка отопительного для вдовы участника войны. На территории поселка, говорят общественники, работы хватает. Как член общественного совета, я столкнулся с такой ситуацией, что проблем очень много. А вплоть по управляющим компаниям, по ремонту, по капитальному ремонту очень много вопросов возникает. Очень много проблем также возникает по дворовым территориям. А у нас сейчас проблема парковок несанкционированных. Члены общественных советов микрорайонов собирают инициативы и обращения граждан. Это делается для того, чтобы ясно представлять, какие проблемы требуют первоочередного решения. А значит, правильно расставлять приоритеты работы и самих общественников, и районных администраций. Решать проблемы быстрее помогут и районные советы, выборы депутатов, которые пройдут в Самаре 13 сентября. Николай Козлов, Александр Дмитриев, Новости губернии.